здесь стоит лось. Скажи ребятам-то. Вот, красотища. Вот что ваши отцы ели. Ну что, всем здорово. Время 5 утра. Отправляемся на загон на охоту на лося. Увидимся в угодьях. Что, ребят, прибыли мы в угодье. Сейчас будет инструктаж. Стреляем лося. Понимаете? Пойдут три. Бык последний идет. Смотрите, как следует аккуратно. Вдоль номеров не стрелять. Смотрите аккуратно. Вдоль номеров не стрелять. Стреляйте уверенно. Спускайте поближе, чтобы стрелять наверняка. Чтобы не было подранка. Лишний мне стрел... косулю выйдет. Внимание на нее не обращайте. Вы отстреляли и сразу всем кричите. Все готово. Ну-ка, отсюда. Все, что должно задокументировано быть. Стоят, хотя бы экспресс. Писаться же надо, да? Ну что, ребят, встали мы на номер. Так, угол обстрела у нас получается не очень большой. Туда мы можем стрелять. И получается туда. Вот здесь тропа. Так что будем ждать закона. Надеемся, что в первом же законе мы возьмем. Так что ставим лайк. Не забываем подписаться на канал. Пули сегодня у меня стальные. Вот. Ружье использую. 43-й ИШ. Все, зарядились. Ждем. Ну что, ребят, закончился первый загон. Без выстрела. Вот здесь? Стоит лось. Ну что, ребят, вот начинается загон. В прошлом году я вот там взял быка. Надеюсь, в этом году удача будет на моей стороне. Снимали, быка взяли. Эх, мать моя женщина. Ну вот, ребят, и взяли мы быка. Сейчас начнется работа. Что, ребят, были выстрелы, вот по номерам передали, что зверь добыт. Увы, сегодня я вам не смог показать выход
зверя на номер. Но это не страшно. Охота состоялась. Не один загон был сделан для этого. Вот. Так что сейчас мы попросим нашего стрелка рассказать, как это было. Покажу вам трофей. Так что смотрите, будет интересно. Как в прошлом году почти так. Ну что, да? Рассказывать? Эмоции, нечего рассказывать. Да, ну как стрелял, эмоции. Как вышел? Стрелял, пытался сначала сидя, с колена с упором. Ты да, я смотрел, ты сидел. Я присел с упором, блядь. Присел, их машина. Не матерись. Я встал, они меня увидели. На горло лежит, Лёк. Они стояли, что ли? Да, я не шли потихонечку. Когда я встал, они меня увидали. Бык посередине. Сколько было? Три штуки? Три штуки. Второго. Было тот раз два. Короче, бил, да? Другая. А может другая? Он присел, начал головой мотать. Давай. Я кричу, готов. Меня поднимай никто голову, не слышит. Какой там слышит? Да? Что, а ветер просто. Сейчас, подожди, сейчас ребята подойдут, но 10-15 минут. Сфотографируемся тогда уже. Сам... Нет, ну просто спустить, спустить кровь в голову. Самый опасный, говорит. Да можно если садить. Серп подходящий. Сейчас все подтянут, все ходят. Да, да, да. Ничего страшного. Вот трофей. Нет, хороший. Не, хоть тащить недалеко. Жила какая-то работа, бля. Ты не мог подождать, пока он на дорогу? Да, говори. Это, говорит, работа из болота тащить бегемота. Вот вам и трофей. Конечно, это не с такими рогами большими, но все равно трофей. А я думал, того взяли большими рогами. Это тот, говорит, большими рогами. Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Вот он. Дим, Виталик! Обитай, они сразу будут. Ты лицензию принеси сюда. Снимай, да. Вот. Закрыто. Лось взрослый. 3 ноября 2018 года. 3,5 года. 3,5 года бык. Все как доктор прописал. Вот все участники этого мероприятия. А вокруг 12-14. Вот он. Да вот, ребят. Натурпродукт. Печеночка. Печень. Печень. В собственном соку. Печень пятиминутка. Пятиминутка. Вот она. Покажи ребятам-то. Вот красотища. Вот что ваши отцы ели. Это... Ну что, ребят, вот закончилась загонная охота на лося. Добыли быка хорошего, как вы уже видели. Это лотерея в этом году. Увы. Ну, может, к счастью, на меня бык не вышел. Так что, кому понравилось это видео, за быка ставим лайк, пишем комментарий, кто как открылся по копытным. Всем удачи, не забывайте подписаться. Пока.